Before we begin this, before we begin this morning, there we go, testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, there we go. Let me back this up. I want to show you something. Перед тем, как начнем семинар, собственно, я хочу вам кое-что показать. I unfortunately don't have the chip to put in here right now, but I want to show you one of our latest tools in evangelism. Нет, забыл я чип с собой взять, чтобы поставить, но все равно хочу продемонстрировать одну из последних технических новинок, которую мы используем в евангелизме. This is for use in the jungles of the world, in the deserts and isolated places. Специально разработано для того, чтобы использовать в джунглях, в пустынях, в степях и в других изолированных от цивилизации мест. In the Philippines, I was preaching a few months ago. Несколько месяцев тому назад я проповедовал на Филиппинах. And I met a man that was recently converted. Встретился там с человеком, который недавно пришел в церковь. He was a guerrilla fighter. В прошлом он был боевиком. His specialty was sharpshooting and killing people at a distance. Значит, видимо, снайпером был, потому что очень хорошо стрелял на расстоянии. He had killed more than 100 people. Больше сотни человек положил. Before he became converted. До того, как обратился. And he was wondering if he could be saved. И интересовал его все тот же вопрос: сможет ли он получить спасение? I assured him that God has a place nearest His throne for those that once worked for Satan. Я ему говорю, что ты не переживай, у Бога заготовлено много мест, поближе даже к престолу, для тех, кто когда-то работал на дьяволом. И он вот говорит: хочу быть миссионером, только не знаю, как проповедовать. Вот если бы был у меня какой-то такой прибор или еще что-то, чтобы я с собой носил и просто людям показывал. And I remembered that in Venezuela, I mean in Guyana years ago, we used to have a video projector. А я вспомнил, что когда-то у нас был видеопроектор. A solar panel that was rather large. Довольно-таки, как бы от солнечных батарей он работал, внушительных размеров. A television. Значит, монитор был. A VCR. Этот видеопроигрыватель. And then we could show programs to the Indians. И большая батарея. Таким образом, мы могли без помощи электричества показывать видео, какие-то ролики или материалы индейцам. But he said, I can't carry all of that on my back. Он говорит: неплохая затея, но просто я это все не унесу один. So I started looking on the internet for the latest technology. Я в интернет зашел и думаю, ну поищу, что, чем можно воспользоваться, какие последние. И вот что я нашел. This is a video projector. Не поверите, но это видеопроектор. It has its own battery. На батарейке. And it can run for an hour and a half. Полтора часа может без подзарядки показывать. And you can put a little sound system, portable speakers on it too. Если что, можно подсоединять переносные колонки. Вот вам звук. It has a built-in promotional video. We can look at that. Здесь уже есть, как бы, поскольку я карточку с собой не взял, но демонстрационных несколько есть видеороликов. Вот посмотрите. Да, не я снимал, уже были заготовки. So it doesn't have Christian music on it. Так что христианской музыки тут нет. А вот видите, и так хорошо видно. А если бы еще темно было, вообще было бы отлично. Now, on the side here, there's a little place for a chip. А вот там сбоку есть небольшой такой слот для карточки. If you put a chip in, this little chip is the same chip that goes in a telephone. Такая точно карточка подходит как в телефон. On one little chip,
32 гигабайта. I can put 30 hours of video. Что это значит? Это значит, туда можно загнать 30 часов видео. I can put the hymnal. Можно туда и гимны надежды. 6 hours of nature videos. 6 часов видео о природе, например. I can put the whole series of Doug Batchelor, Stephen Bohr, and David Gates. Можно полностью загнать все семинары, например, Дага Батчелора. Или мои, или еще чьи-то. Кого хотите, кого хотите показать, вот, можно семинары загнать и вперед. Что касается, если занятия с детьми, например, можно туда поместить, ну, записать какие-то видео для занятий с детьми. Можно туда Новый Завет, Ветхий Завет, все, что хотите. I can put special music. Музыку туда. All of that on one chip. И все это на одну карточку. So every time they just turn it on, they have the whole library built in. Поэтому человек просто коробочку с собой носит, включает, а там библиотека. All on a little chip. И все на маленькой карточке. That big. Вот такой. It's amazing today the technology. Представляете, да? Чего творят? Сколько стоит? How much? Спасибо. The projector is around $300. Около $300 проектор стоит. And with a battery, a solar panel, a sound system, it's in a backpack is about $500 for everything. А если все хотите сразу в комплекте купить и колонки там и так далее, около $500 будет. А как конкретно модель называется? Samsung? What's the model number? Samsung what? It's a Samsung H03. H03. And so we're giving them to all our workers all around this Africa and South America and the Philippines. И вот сейчас всем своим работникам, миссионерам в Африке, в Южной Америке, на Филиппинах мы раздаем такие вот приборы. Of course, as people buy them for us, you know, we don't have enough to buy for everybody at once. Конечно, раздаем только по мере того, как мы можем их закупать, потому что нет возможности закупить прямо целую партию, чтобы всем раздать. But last weekend, speaking in Washington, one man bought 20 of them. А вот на прошлой неделе, скажем, в Вашингтоне нашелся человек, который сразу купил 20. So we're buying them right now and preparing the 20 of them to give the 20 workers. Вот, и раз он согласился оплатить 20 штук, то мы их закупаем, комплектуем и будем раздавать нашим работникам. So it would be perfect for you if you went to an isolated village somewhere and you could show everything in Russian. Так что неплохо было бы, например, если бы решили вы отправиться в какую-то деревушку, да? Вот, и на русском языке, глухую желательно. You can connect it to a computer as well or any audio, video device. Можно подсоединять к компьютеру, к чему угодно. So anyway, these are the tools that God has made available for us to use today. Вот так работает Господь, и представьте, что приготовили, только чтобы работали. I just wanted you to see it because sometimes when you see it, ideas start coming up. И почему я об этом всем рассказываю сейчас? Просто хотел, чтобы вы увидели, посмотрели. Иногда, когда видишь какую-то вещь, идеи начинают появляться. So maybe you can use them in your work, or you can use them, give them to some missionary out in some little isolated area of Russia. Поэтому подумайте, то ли вы, может быть, смогли использовать его в работе, то ли могли бы отдать кому-то, например, где-то в глухих местах, кто проводит работу, где ни электричества, нет ничего. Okay, today we're going to talk about an interesting subject. Сегодня мы с вами будем говорить о довольно-таки интересном предмете для разговора. It's a subject about Jesus coming. О том, как Иисус Христос грядет. And before we begin, I would like to invite you to kneel with me. И по нашему обыкновению давайте помолимся перед началом. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. Отец небесный, благодарим тебя за чудесное утро. For a new week. Благодарим за новую неделю. Please be with us as we now study about your second coming. Просим, чтобы ты прибыл с нами сейчас, когда будем говорить о твоем втором пришествии. We look forward to seeing you soon. Господи, мы с нетерпением ожидаем того момента, когда сможем увидеться с тобой. And it is our privilege to be prepared as your bride.
И наше преимущество готовиться к твоему пришествию. Мы хотим быть частью чистой церкви, невестой твоей. Но хотим не только самим подготовиться, хотим подготовить и других людей. Поэтому, Господи, просим, чтобы Ты простил наши грехи, наполнил Духом Святым и окутал это помещение присутствием. Защити нас и огради от любого злого влияния. Просим об этом и благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. The subject of Jesus' coming is a principal and important part of the Adventist Church teachings, beliefs, and responsibilities. Сама тема скорого пришествия Иисуса Христа занимает довольно весомую и важную часть в учении Адвентистской Церкви. Jesus has wanted to come get his bride for a long time. Иисус уже долгое время исполнен желание прийти к своей невесте. Of those of you that have gone through a marriage, how many of you remember your wedding day? Те из вас, кто замужем или женат, то есть кто в браке, кто помнит день свадьбы? Отчетливо, как будто вчера. Okay, very good. I remember, well, first of all, I got engaged when I was 8 years old. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, помолвку я объявил 8 лет. I asked my wife to marry me when I was 8 years old, and I had to wait for 12 years. Я попросил свою будущую жену выйти за меня замуж, когда мне было 8 лет. И потом пришлось ждать еще 12. I was quite young when I got married, I was 20. Когда я женился, был довольно молод, 20 лет мне всего было. But both my parents and my in-laws kept insisting that this was the right woman and that I should marry her. Но с 8-летнего возраста и родители мои, и родители девчонки постоянно твердили: ты должен жениться на ней. I was halfway through my university studies and I was planning on waiting till I got done, but both sets of parents said no. Как раз я буквально посередине обучения в университете был, там на втором-третьем курсе, и в принципе планировал доучиться и потом жениться. А вот старики говорят: нет, сейчас надо жениться. So we said, okay, if our parents tell us to, then they must be wise. Ну, мы подумали, говорим, ну, раз родители говорят, видимо, они что-то знают. And we did the same with our daughter. То же самое, так точно мы поступили, кстати, и с нашей дочерью. Both daughters. С двумя даже. The two oldest daughters, when they found the right person, we said, get married. Когда две старшие дочери нашли, как нам показалось, правильных, нормальных людей молодых, мы говорим: все, не тяните, давайте уж замуж. And they did. И они вышли замуж. And we have wonderful sons-in-law. И повезло, вы знаете, какие у нас отличные зятья. Recently our third daughter got married. Недавно третья дочь вышла замуж. But our two oldest daughters work with us as missionaries in South America. Она пока нет, а вот две старшие дочери вместе с нами трудятся как миссионер в Южной Америке. Our third daughter married somebody who is still studying in Australia. А вот третья наша дочь вышла замуж за человека, который все еще учится в Австралии. And we have two sons still studying. Вот. И кроме вот этих трех дочерей, которые уже замужем, у нас есть два сына, они пока еще только учатся. И мы молимся о том, чтобы и они тоже были исполнены решимости помогать нам в нашем служении. Они пока еще не знают, что делать. That time will come. We pray for them. Придет время, мы молимся, все будет нормально. But when we find the right person, it's time to move forward in life. Но как только появляется человек, тот, который нужен, именно тот, надо двигаться вперед. And when you have the support of your godly parents and your godly in-laws, then it's a blessed wedding. И если вас поддерживают ваши родители, если поддерживают родители избранника или избранницы вашей, тогда нужно, в общем, двигаться вперед. Будет благословенный брак. I remember when my wedding was still a month away. Я помню время, когда до свадьбы моей оставался месяц. It seemed like an eternity. И мне казалось, целая вечность еще. When it was a week away, you said it will never happen.
Когда пришло время, неделя оставалась до свадьбы, и я уже думал, да когда же это произойдет? Видимо, one day away, it seemed like it was too long. А день всего оставался, а все равно не терпелось. But finally you woke up on the very day and you could not believe. Today is the day I get married. И вот просыпаетесь вы с утра и не верите своим глазам. Сегодня ваша свадьба. There I saw my father-in-law come in. Увидел отца, заходи. But he brought two brides. А он привел с собой двух невест. He had one daughter on one arm and one daughter on the other arm. Одну дочь с одной стороны, другую дочь с другой стороны. And he came forward with both daughters. Подходит с двумя дочерьми своими. And he gave me one daughter and he gave my his other daughter to my brother-in-law because it was a double wedding. И отдает одну дочь мне, другую дочь там еще кому, потому что у нас свадьба была, две свадьбы в один день. Две сестры выходили замуж в один день. And my father and my grandfather performed the wedding. И отец мой с дедушком моим, они, значит, проводили церемонию бракосочетания. Now Jesus on the cross paid the price for his bride. Иисус Христос на кресте заплатил огромную цену за свою невесту. Then he had to wait for 1800 over 1800 years before he had the first chance to get married. И потом ему пришлось ждать больше, чем 1800 лет для того, чтобы как-то приблизиться к вот этому шансу обручиться. And around the 1800s the world was ripe and ready to receive the message. И где-то в том районе, когда земная история перешагнула этот рубеж в 1800 лет после Рождества Христова, Земля была в таком состоянии, что люди были готовы получить весть. See, if you look in the Adventist hymnal, you will find a lot of the hymns were written around the late 1800s and early 1900s. Дело в том, что если посмотреть на гимны, которые мы поем, и обратить внимание, когда они были написаны, то очень, очень много из этих гимнов было написано как раз в это время. The world was alive spiritually. Потому что мир был духовно жив. Revivals were going on all over the world. Возрождения, о котором мы говорим сегодня, происходили по всему миру. The greatest of evangelical preachers were preaching everywhere to large crowds. Великие проповедники Евангелия собирали толпы людей и проповедовали Евангелие. Господь приготовил мир. And all he needed was the people to drop in the message, and it would spread like wildfire. И нужно было только, чтобы появились люди, которые сообщили бы эту весть, и она бы разнеслась как огонь. God had a people called the Adventist Seventh-day Adventist Church. И у Бога появился такой народ, который называется адвентисты седьмого дня. They had been born out of the great disappointment. Вы знаете, что появилось это движение, возникло оно из ситуации великого разочарования. And in the mid-1860s they formally incorporated as an Adventist, Seventh-day Adventist Church. А в 1860-х годах уже официально появилось название и появилась организация Адвентисты. Около 20 лет ушло на то, чтобы как-то повзрослеть, значит, стать на ноги. The Adventist Church was quite legalistic at that time. И в то время нужно сказать, что адвентистская церковь была, ну, такой довольно законнический. All they needed now was to learn the message of righteousness by faith so that God could complete the work. И вот не хватало одного звена, чтобы члены церкви поняли истину об оправдании по вере, и тогда Господь мог бы совершить работу. And God gave the message to a couple of young pastors called Jones and Wagner. И Господь послал эту весть двум молодым пасторам, Джонсу и Вагнеру. Аминь. Sister White immediately endorsed the message. Сестра Уайт, Елена Уайт, сразу же, незамедлительно взяла эту весть на вооружение. More than 300 times she wrote, "This is the message that will prepare the people." Больше 300 раз в своих трудах она написала о том, что именно эта весть подготовит мир ко второму пришествию Христа. But for some reason, and it's hard to understand. Но по какой-то причине, которую, в общем, не так легко понять,
Maybe because Johnson and Wagner were only two young preachers. Кто его знает, может быть, по той причине, что слишком молоды были эти проповедники. They were not part of the leadership. Они не занимали никаких важных должностей, были не руководителями. Elder Daniels, the GC president, resisted the young people taking over like that. Брат Дэниелс, который в то время был руководителем церкви, в общем, он так сдержанно к этому относился и был немного даже против. And Sister White tried desperately to encourage the brethren. И сестра Уайт прикладывала все возможные усилия, чтобы как-то поправить братьев, чтобы указать им на правильный путь. But with all that, it did not catch on the message. Но несмотря на все усилия и этих молодых проповедников и сестры Уайт, как-то в общем эта весть не особенно прижилась. Sister White had a vision where she saw Jesus walking with one hand around Jones and the other arm around Wagner. Сестра Уайт даже видела видение такое, как идет Иисус Христос, и одна рука у него на плече у Джонса, и другая на плече у Вагнера. Everything was ripe for the harvest. Все было готово к жатве. If only God's people would have seized the message. Если бы только народ Божий ухватился за эту весть и принял ее. But Sister White was sent to Australia. Но случилось так, что сестру Уайт направили в Австралию. Jones and Wagner were separated, one to New England, and one was sent off across the ocean to England. Джонса и Вагнера тоже разделили. Одного послали в Англию, другого послали в Новую Англию. And eventually the years passed and the message began to шли годы, и получалось так, что постепенно острота этой вести угасала. And Sister White then wrote that because of our rebellious attitude, we would be on this earth many more years. И, значит, сестре Уайт пришлось написать такие слова, что из-за такого вот отношения к этой вести, отношения непринятия, придется провести на земле еще много лет. She also said that he wanted his bride, and he was severely disappointed that the bride did not want to come home. Она еще написала такие слова, что Иисус Христос очень хотел обвенчаться со своей невестой вот в то время и был очень разочарован от того, что сама невеста не захотела принять это приглашение. How would you feel if you were getting ready for your wedding and the bride said, "I changed my mind"? Как бы вы себя ощущали, если бы вы все было готово к свадьбе, вот уже скоро свадьба, невеста говорит, я передумала. You wait for 1800 years for your bride, and then at the very last moment the bride says, "No, thank you, not yet." 1800 лет вы ждете, когда это все состоится, и в самый последний момент невеста говорит, ну, может, не сейчас. This is part of our sad history in the church. Что сказать? Такой была наша история, и это печальная часть нашей истории. Soon, strange things began to happen in the world. И вскоре после этого в мире стали происходить странные вещи. A communist movement began to build. Например, стало зарождаться такое движение, как коммунизм. Science began to develop atheism. В науке стал серьезно развиваться атеизм. The theory of evolution began to take place. Значит, в то же время возникла теория эволюции. The Bolshevik revolution was preparing. Готовилась большевистский переворот, готовился в России. China was leaning toward communism. В Китае тоже царили такие настроения, что коммунизму было как раз время. And the world that was ripe spiritually began to go into a different direction. И вот мир, тот мир, который был духовно готов и который духовно созрел к этому времени, теперь начал идти в разных направлениях. God looked into the future and he saw the First World War. Господь, видя будущее, видел там Первую мировую войну. He saw the development of the Gatling machine gun. Он видел, как начинают появляться такие вещи, как
автомат. It was a machine gun with many barrels, and you would crank it. Впоследствии еще и пулемет. And God saw all the people dying from the mustard gas in the wars. Кроме того, Господь видел, что все новые и новые военные выдумки приходили в голову человеку, например, как травить друг друга газом на войне. And God thought to himself, I can prevent the First World War if my people would be ready. И Господь наверняка так сам себе думал. Можно было бы предотвратить Первую мировую войну, можно, если бы народ мой был готов. God looked into the future and he saw the Second World War. Более того, Господь видел будущее и видел там Вторую мировую войну. He saw the atomic bomb. Он видел, как готовилась и изготовилась атомная бомба. He saw 6 million Jews slaughtered. Видел, как 6 миллионов евреев были просто уничтожены. He saw 20 million Russians die. 20 миллионов советских граждан тоже погибло. And he thought to himself, we don't have to have that war. If my people get ready now, I can come before. И он наверняка подумал, ну не нужна нам эта война. Если бы мой народ был готов, не дожил бы мир до войны. But God's people said not yet. Но народ Божий, к сожалению, сказал нет. So the First World War and the Second World War resulted because Seventh-day Adventists did not want to go home. Поэтому и Первая мировая война, и Вторая мировая война произошли по той причине, что адвентисты седьмого дня не захотели отправиться домой. The world never knew why. А мир так и не узнал, почему. But we know. Мы-то знаем, that could have been prevented. Что этих двух войн, как минимум, могло бы и не быть. Being part of God's people has a great responsibility attached to it. Еще раз нужно осознать, что если уж мы являемся частью Божьего народа, то это накладывает огромные обязательства и огромную ответственность. In 1 Corinthians 10, verse 11. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. God tells us that what happened in the past was done for us to learn. Господь говорит здесь, что те вещи, которые происходили в прошлом, они специально нам даны для того, чтобы мы чему-то могли научиться. It says, now all these things happen unto them for ensamples, and they are written down for our admonition upon whom the ends of the world are. Посмотрите, что сказано. Все это происходило с ними как прообраз, а описано наставление нам, достигших последних веков. So what happened in the past was written for this generation and the end of the time. Что ж получается, что все то, что происходило в прошлом, и описано. Оно описано в наставлении нам, которые живут в последнее время. It was God's intention to take Israel across the Red Sea, across the desert, and straight into Canaan. Конечно, первоначально Божье намерение было каким? Вывести народ израильский из Египта, перевести его через Черное море и прямиком в Ханаан. God wanted to give that same generation the experience of freedom and conquering the new land. Господь хотел, чтобы то же самое поколение, те же самые люди, которые вышли из Египта и вдохнули воздух свободы, они же смогли войти и в обетованную землю. But Israel did not want to cross. А вот израильтяне не захотели. It's too hard. There's giants in the land. О, как это тяжело! Там такие великаны! God said, okay, go back and die in the desert. Бог говорит, ну ладно, вы так и я так. Значит, будете ходить по пустыне, пока не умрете. And they all died. Все погибли. And God gave the new land to the next generation. И эта обетованная земля досталась уже в наследие новому поколению. It was God's intention to take the Advent message and movement straight through the Advent into the new kingdom. Божье намерение заключалось в том, чтобы адвентистская весть, зародившись, смогла так преобразовать людей, чтобы они же, эти люди, сразу попали в царствие. In one generation. За одно поколение. Sister White could have been alive straight through from the initial Advent movement straight through to the second coming. Дело в том, что и сестра Уайт, если так все пойди,
могла бы живой встречать Иисуса Христа и попасть на небо. Think how special that would have been. Подумайте, как это было бы прекрасно. To be part in rapid sequence of all the final events. Быть частью вот таких вот такой череды событий, начать, зародить, развить и на небо. But God's people said, no, not yet. Но народ Божий сказал: нет, не сейчас. And so God went, okay. Die in the desert, I'll give it to the next generation. И тогда Богу пришлось повторить историю. Он сказал: ну ладно, значит, вы умрете, придется делать эту работу другому поколению. Unfortunately, the world is not ripe. Automatically, it has to be made ripe again. Все дело в том, что нельзя ожидать, что вот так вот автоматически из ничего мир снова созреет ко второму пришествию. Его нужно готовить заново. What kind of fruit trees do you have here? Apple. Apple? Mm-hmm. Okay. Do you pick the apples anytime you want to, or do you have to wait for them to get ripe? Вот, например, возьмем яблони, да? Вы что, захотели в любое время года, в любое время, а пойду яблоко сорву? Или нужно ждать, пока они созреют? You have to wait. Конечно, надо ждать. Once they're ripe, then you can harvest. Вот как только яблоко созрело и поспело, тогда можете идти и брать. The world is exactly the same way. Так точно происходит и с миром. God cannot come anytime he wants to. Господь не может просто захотел, пришел. Because the harvest has to be ripe before he can come. Потому что жатву необходимо подготовить перед тем, как он придет. You see, in the late 1800s, the world was ripe. Вот тогда, в то время, которое мы сегодня говорили, 1800-е годы, мир был готов, созрел. That was the moment of harvest. Вот тогда был момент жатвы. Because we had to wait, the world had to go through communism and evolution. А вот теперь, когда сказали: нет, подождем, мир на новый пошел виток. Там и коммунизм по пути, и теория эволюции по пути, и все остальное. Now the world is ripe again. Сейчас приближается время, когда мир снова готов. If you go to a bookstore, you will find the shelf filled with spiritual books. Если пойти в любой магазин, вы увидите там целые полки духовной и религиозной литературы. The Pope says, "I work for God." Папа Римский говорит: я на стороне Бога. The U.S. president said, "God put me here." Даже президент Соединенных Штатов Америки говорит: Бог меня поставил сюда. Even in Venezuela, the communist president Chavez. И даже в Венесуэле президент-коммунист Чавес. I heard him say it on radio. Даже я сам слышал, как он по радио говорил. Jesus Christ put me in office. Иисус Христос поместил меня на это место и сделал президентом. We are no longer thinking that communism has all the answers. Уже никто в мире не считает, что коммунизм способен дать ответ на все вопросы. We no longer believe that capitalism has all the answers. Мы уже не считаем даже, что и у капитализма есть ответы на все вопросы. We no longer believe that science has all the answers. Мы даже не считаем, что и наука способна дать ответ на все вопросы. We're looking for spiritual answers everywhere in the world. Все люди везде, во всех частях земного шара, пытаются найти духовный ответ на свои вопросы. Some people we saw yesterday here, they believe the answer is in Eastern religion discipline and in martial arts. Вы видели, если кто видел вчера, здесь люди тренировались. Так вот, они наверняка считают, что ответ можно найти вот в такой самодисциплине восточных единоборств. Meditation and Eastern religions are flourishing. Что касается таких упражнений, как медитация, что касается всех восточных религий, то они сегодня процветают. New Age channelers are leading people into spiritualism. Люди, сторонники движения Новый век, они буквально ведут людей к спиритизму. In Venezuela there's a mountain called Witch Mountain. В Венесуэле есть такая гора, которая называется Гора Ведьм. The president goes there. Туда и президент ходит. The senators go there. Туда и сенаторы ходят. And they have communication with Satan. И там они вступают в прямой контакт с сатаной. In the White House there is a spiritual advisor, which is also a witch. Что касается Белого дома. В Белом доме у президента есть советник по духовным вопросам, который, судя по всему, тоже колдун.
All over the world, political leaders are looking for spiritual guidance. Почему? Потому что по всему миру политики, лидеры, руководители хотят получить какую-то подсказку из духовного мира. The Pope says, "I'm the answer." Папа Римский говорит: я ответ на все ваши вопросы. And many people look around and say, "Well, he's the best answer we have." А многие люди оглядываются вокруг, говорят: ну, судя по всему, ничего лучше пока нет. And all the world is looking for spiritual leaders. И во всем мире люди ищут духовных лидеров. The world is ripe for spiritual answers. Что это говорит о чем? О том, что мир созрел. And we just read that everything that happened in the past was written was for our admonition on these last days. А мы только что прочитали о том, что все, что происходило в прошлом, написано нам как прообраз, чтобы мы помнили. Israel did not go through the first time, but they did go through the second time. Вспомните Израиль. С первого раза не получилось, но получилось со второго. The Adventist Church did not go through the first time, but the Adventist Church will go through this time. Адвентистская церковь не получилось с первого раза. Но получится со второго. We're not going to wait for another 100 years till a third chance happens. Наверняка не стоит ждать еще сотни лет, чтобы настал как бы еще третий шанс был. We are ready to cross the River Jordan. Что мы готовы к тому, чтобы перейти Иордан. Let's look inside the little red books and see what God says about the enemy. Давайте посмотрим вот в эту небольшую красненькую книжицу. И прочитаем о том, что Господь говорит о нашем враге, о нашем сопернике. Christian service. Христианское служение. Around, the chapter called Arousement. Ну, не знаю точно, как у нас называется глава, это сейчас посмотрим. It says, we have no time to lose, the end is near. Говорится здесь следующее, что нет у нас уже времени, которое мы могли бы потерять. Время близко. The passage from place to place to spread the truth will soon be hedged in by dangers on all sides. То время, когда можно было свободно передвигаться с места на место и проповедовать Евангелие, скоро это время прекратится. Everything will be placed to obstruct the way of the Lord's messengers. Все будет использовано дьяволом для того, чтобы поставить непреодолимые препятствия на пути вестников Божьих. И мы уже не сможем выполнять ту работу, которую сегодня выполнять возможно. It says, we must look our work fairly in the face and advance as fast as possible in aggressive warfare. Еще говорится о том, что мы должны смело выйти на этот путь и провозглашать Евангелие перед лицом последней битвы. We have to look our work in the face and advance in aggressive warfare. Мы должны смело встать на этот путь и буквально агрессивным способом выполнять работу. Satan is trying to block freedom of travel, freedom of communication, so that we cannot do the work in the future. Дьявол пытается поставить большие препятствия на пути, например, свободы передвижения или свободы сообщения или свободы информации, так чтобы не провозглашалось вести Евангелие. Ever since 9/11, the whole entire world has been making it more difficult to travel. Вот посмотрите, взять даже 11 сентября, да, уже было 10 лет назад, но даже с тех пор докатываются волны, и как настолько сложнее стало передвигаться вообще даже. At the airports in the United States and in many places, they now develop these machines that make you naked. В Соединенных Штатах, в аэропортах, в других странах поставили такие автоматы, которые буквально раздевают вас. You have to stand like this. Стоите вы вот так. You can't even have paper in your pocket. Нельзя даже бумагу у себя в кармане держать. And it just does a body scan. И этот автомат сканирует все ваше тело. And if you have toilet, if you have any toilet paper or anything in your pocket, they find it and take it out. Если у вас даже кусочек туалетной бумаги завалялся в кармане, и то найдут, заберут. One would think that they were looking for weapons. They're not looking for weapons. They're looking for toilet paper. Вы, наверное, могли бы подумать, что таким образом ищут оружие. Какое оружие? Ищут простую туалетную бумагу. So what's wrong with paper? Что такого-то? Бумагу в кармане провести. Well, I was living in Venezuela, and the economic controls that the president put in.
Значит, я как-то долгое время был в Венесуэле, вот, и там президенту пришлось вводить определенные экономические меры контроля. They were so strict. И вот все эти меры были настолько жесткими, that people started taking their money out of the country. Что люди стали вывозить деньги из страны. And the only way to take it out of the country was to put it in your pocket and carry it. А как вывести деньги из страны? Был хороший способ: кладете в карман и вывозите. So the president gave an order: every Latin American or Venezuelan that traveled, they had to be stopped and body searched. Поэтому, значит, президент издает указ, что любой латиноамериканец или гражданин Венесуэлы должен быть досмотрен в аэропортах и в других пунктах пропуска. And they found a lot of people carrying money. А когда людей стали досматривать, оказалось, что люди вывозят деньги. And they took the money away. Деньги у них просто отобрали. The government stole the money. В общем, правительство просто-напросто украло все эти деньги. If God's people are wanting to carry literature in the future, they cannot go to the airports because they can scan the body for literature. Например, если народ Божий хочет путешествовать, скажем, с духовной литературой или еще с чем-то, то нельзя ее держать при себе, потому что найдут и отберут. So how will you travel? Как тогда ездить? Как That's exactly what they're trying to stop. Вот именно так и пытаются поставить перепоны на нашем пути. When a loud cry explodes across the world, Satan hopes to be able to stop it. Когда громкий крик распространится по всему миру, а сатана знает, что это произойдет, так вот он готовится к тому, чтобы поставить препятствие на его пути. Satan doesn't want you moving money or literature. И сатане не очень-то желательно, чтобы вы перевозили деньги или литературу. So the governments are working to take away paper money and just live with plastic. Поэтому, раз такое дело, какой сейчас курс на то, чтобы денег бумажных, наличности было меньше, а все, чтобы было на пластике? This is what Satan would want to do. И, конечно же, это все на руку дьявола. But the angels are holding the winds of strife. Пока что еще ангелы удерживают. Why are the angels holding? Почему удерживают? It says right here. There is danger and delay. Здесь так и говорится о том, что очень опасна любая задержка и промедление. Why delay one day? Go right now. Зачем нужно ждать хотя бы один день? Делать нужно прямо сейчас. Let us awake from our spiritual slumber. Давайте пробудимся от нашего духовного сна. And consecrate everything we have and everything we are to the Lord. И пожертвуем, отдадим все, что у нас есть на дело Божье. All of heaven is astir, is working. Все небо трудится. But Satan is bringing pressure to bear on God's people. Но сатана готовит огромное давление и оказывает огромное давление на народ Божий. He wants them to sleep a little longer. Он желал бы, очень хотел бы, чтобы народ Божий еще немного поспал. He knows that if they sleep a little longer, он знает, что если народ Божий чуть-чуть еще поспит, he is sure of their destruction. Тогда ему удастся уничтожить их наверняка. Did you just read that, hear that? Слышали, что я прочитал? If we sleep a little longer, Satan will destroy us. Если еще немного подремать, сатана уничтожит нас. We know what Satan is doing. Мы же знаем, что делает сатана. We have a little time to work. И у нас осталось немного времени. Let me ask you a question. Задаю вопрос. Do you want to work for God today when it is easy, or would you rather wait to work for God when it's impossible? Как вам лучше? Вам лучше трудиться для Господа сейчас, когда еще можно и когда еще не так сложно, или хотите все-таки дождаться и трудиться для Него, когда уже будет вообще невозможно? Now or later? Как вам лучше, сейчас или потом? No. That's my decision too. И я так тоже думаю. Right now we can do things that we cannot do later. Сегодня еще доступны те вещи и возможно сделать то, что позже уже будет нельзя. That's why every year I work like if it were the last year of my life. Именно поэтому каждый год я работаю так, как будто это последний год в моей жизни. And every time God gives me another year, I go, oh, one more year. И каждый раз, когда Господь дает еще один год, я радуюсь тому, что есть еще возможность поработать год. But if this is my last year, then I'm going to give it everything I have. Но если это последний мой год, тогда я все возможности вложу и сделаю все, что смогу. But the church has to wake up. Но при всем при этом, братья и сестры, церкви нужно проснуться.
One thing that cripples a church is worldliness. Один из элементов, который, в общем-то, негативно влияет на церковь, это мирская суета. Do we watch movies of the world? Вот простой вопрос. Смотрим мирские фильмы? Some people do. A lot of people do in the church. А я хочу сказать, многие смотрят. I stay in people's houses all over, and I see many things on a shelf that are all worldly movies. Мне же по роду своей деятельности часто приходится останавливаться дома у людей. Я смотрю, мне достаточно кинуть взглядом видеотеку, чтобы увидеть. But thank the Lord, there's a change coming. People are putting away the world. Но слава Богу, что все-таки перемены наступают, и люди отказываются от вот всего мирского. We must treat each video, each music of the world like poison. Мы должны воспринимать любой видеофильм мирской или любую музыку мирскую как яд. We must treat the world like if it were nauseating. Нужно относиться к миру так, как будто бы он травит нас. Do we get sick when we see sin? Вот, например, тошнит вас, когда вы становитесь свидетелями греха. Let me give you an example of how sick we should be. Привожу пример, как должно это все на нас влиять. I have a preacher friend. У меня есть друг-проповедник. Before he became a Christian, he used to go to rock concerts. Когда, до того, как, точнее, он стал христианином, он частенько ходил на рок-концерты. And he said at one of the rock concerts, и говорит, иду я на рок-концерт. They passed around a big bowl like this. Они передают такую огромную, как бы, чашу, что ли. And they told everybody to spit in it. И говорят, и вот она идет так по рядам, и каждый должен в нее плюнуть. And a big spit. Причем не просто, а прямо так собрать все и пожертвовать. So everybody spit. Так что все вот вокруг, как бы, чаша как шла, все туда плевали. And then the bowl was passed to the front. И потом, видимо, уже наполненную эту чашу передавали вперед. And the rock star drank it. И вот звезда, рок-звезда, которая собиралась выступать, все это выпивал. Как вам? Does that make you sick? Как? Начинает подташнивать немного. I almost want to vomit when I talk about it. Я когда об этом говорю, еле сдерживаюсь, честно говоря. It's horrible. Ужасно это. The very thought of that makes you nauseate. Вот представьте себе, да? Вот вы только себе представляете, думаете, вас уже начинает тошнить. That's how sin should make us. Вот приблизительно такие же чувства должен вызывать в нас любой другой грех. Every time a movie says, takes the name of the Lord in vain. Каждый раз, когда, например, в фильмах произносится имя Божие напрасно. Every time they kill somebody. Каждый раз, когда происходит убийство. Every time they commit adultery. Каждый раз, когда происходит прелюбодеяние. Every time they ridicule God. Каждый раз, когда они открыто насмехаются над Богом. We should go. Каждый раз это должно вызывать у нас. It should make us sick. Просто тошноту. We don't want anything to do with the world. Потому что не надо нам ничего такого в жизни. Ничего общего мы не хотим. Ни с музыкой. We don't want their movies. Ни с фильмами их. We don't want their books. Ни с книгами их. It has nothing to do with the bride. Ничего общего у всех этих вещей с чистой невестой быть не должно. 2 Corinthians 6. 2 Коринфянам 6 глава. Verse 14. 14 стих. Here we have some advice from Paul. Павел советует. He says, "Be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness?" Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверным, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? And what concord has Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? And what agreement has the temple of God with idols? And for ye are the temple of the living God, as he has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом.
Therefore, come out from among them and be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. And I will be a father unto you, you will be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Isn't that beautiful? Ну не прекрасно ли? God invites us to be sons and daughters. Господь приглашает нас к тому, чтобы мы были сынами и дочерями. What a beautiful invitation. А чудесное приглашение. But we have to come up out of the world and be separate. Но для этого необходимо выйти из мира, отделиться. How we dress? В том, как мы одеваемся. With modesty and sobriety. Чтобы это было все благопристойно и чинно и скромно. How we eat? Healthfully. Как мы едим, чтобы питание было здоровым. How we talk, what we see, what we hear. Как мы разговариваем, на что мы смотрим, что мы слушаем. Must truly represent a bride getting ready for the wedding. Все это должно быть похожим на то, как невеста готовится к свадьбе. And this can only happen when we surrender totally to God. И это может произойти только в том случае, когда мы полностью отдадим себя Богу. Revelation 3. Третья глава Откровения. Here's a beautiful. I'm going to go back to the message of Philadelphia. Все ж таки вернемся к тому, что сказал ангел Филадельфийской церкви. What does Philadelphia mean? Что такое Филадельфия? Brotherly love. This is something that someday will be true about the church. Здесь говорится о том, что когда-то будет в церкви. And the process is very painful. В процессе как бы все еще неприятно и больно. We are in the shaking time right now. Сейчас мы переживаем время турбулентности. Do you know what a shaking time is? Знаете, что это такое? Или время просеивания. You have grain, they grow grain. Да, there. Да, время просеивания, скорее всего. And when you have grain and you shell it, you have to separate the grain. Да, когда что такое просеивание? Когда вы отделяете то, что вам нужно, то, что благородно, то, что хорошо, от всяких сорняков, что нужно. So when you do that, от the shell comes to the top and then you can blow it away. Вот, когда вы делаете таким образом, то вся эта шелуха. Она как бы оказывается наверху, и вы можете просто ее сдуть. Sister White says, everything that can be shaken will be shaken. А сестра Вайт говорит о том, что все, что должно просеяться, будет просеяться. She says the history of the rebellion of Dathan and Abiram will be repeated and repeated again. А она говорит, что история бунта, который мы часто встречаем на Священном Писании, будет повторяться снова и снова. Dathan and Abiram rejected the authority of Moses. Помните, как Надав и Авиуд, они возбунтовались против Моисея и не признали его власть. And of Aaron. И Моисея и Аарона. And God had to step in, and He brought judgment on Dathan and Abiram. И Богу пришлось вмешаться и произвести суд прямо там. Sister White says that prosperity multiplies the professors, adversity purges them out. Значит, сестра Вайт еще говорит о том, что, в общем, благосостояние может сыграть злую шутку и ни к чему хорошему не привести. Все это я читаю из книжки, которая называется «События последнего времени». The work which the church failed to do in good time and peace time will have to do under the most terrible crisis. Ту работу, которую церковь не захотела или не смогла сделать в мирное время, в благоприятное время, все равно придется сделать только уже во время кризиса. There will be two extremes found in the church. А в церкви возникнут две крайности. Fanaticism. Значит, одни будут фанатиками. And cold formalism. А другие будут холодными формалистами. Both of them are fatal. И то, это, в общем-то, смертельно. Cold formalism is just going to church and doing the routine without God's love. Что такое холодный формализм? Это когда вы, когда человек приходит в церковь по привычке, потому что так всегда, и никакой любви. And fanaticism is such an extreme position that very few people
There's no love. You have to say you're on that side and I'm on this side, and they act very cold. А что такое фанатики? Фанатики — это когда вот что-то как бы вдолбил себе в голову и провел четкую полосу без всякой любви. Вот ты там, я здесь, и не подходи ко мне. Вот very только так надо. Very judgmental of others. Осуждают других и так далее. As trials thicken around us, there will be two things that will be seen. В это время испытание будет, как бы, возможно, будут видеть две вещи. Separation and unity. С одной стороны будет разделение, с другой стороны и единство. Separation is very painful. Вот, если мы подумаем о разделении, да, очень болезненно вообще-то процесс. Maybe my own family will say, you know, you're just too dedicated to God, you're too extreme. I can't. Как вообще может произойти разделение? Скажем, кто-то в моей семье может сказать: знаешь что, Дэвид, ты слишком посвящен Богу, но мы такого не, как бы, это не по нам. You mean you want to give everything you have and everything you are to God? Что это значит? Мы отдаем все, что у нас есть, Богу, и всех себя отдаем Богу. Oh, no, I can't do that. Нет, ну, ты как хочешь, я нет. That's too fanatical. Слишком это как-то фанатично. And there will be others that will be studying the Bible together, putting everything on the altar, and there will be unity seen as well. То есть, с одной стороны, будет разделение. А с другой стороны, вот люди, которые все-таки согласны следовать за Богом, они будут объединяться вместе. So in the church will be polarization. Таким образом, как бы в церкви будет происходить процесс поляризации. Those that will be giving everything to God and studying His Word will be drawing closer together. Между собой будут объединяться люди, которые изучают Слово Божие и готовы отдать все Богу. And those that do not want to do that will be slowly separating in a different. А те, которые не согласны так поступать и не хотят так поступать, будут отделяться. Sister White asked her angel, "What is the meaning of the shaking I had seen?" И сестра Вайт задает, Елена Вайт задает вопрос ангелу: в чем суть или в чем значение вот этого процесса просеивания, которое я видел? And the angel told her, it is the reaction against the message of the true witness. Значит, ангел отвечает, что это реакция на весть верного свидетеля. What's the message of the true witness? А в чем суть вести верного свидетеля? The message to Laodicea. Это весть Лаодикийской церкви. And the message of Laodicea is about being lukewarm and about vomiting out of the mouth. А вы знаете, что весть Лаодикийской церкви о том, что, значит, не холоден, не горяч, а тепл и извергну из уст моих. Вот это два элемента. I want to describe the bride to you now. Теперь хочу описать вам невесту. We could talk quite a bit more on the bride. It's a very exciting subject, but our time is running out for this subject. Мы могли бы говорить о невесте еще долго, довольно интересно, но просто уже выходит время на этот семинар. Let me ask you a question. Задаю вопрос. Is Jesus married today? Сегодня Христос в браке? Or is he single? Или нет? Нет, не в браке. Single. То есть не в браке. That's correct. Правильно. The wedding has not taken place yet. То, что еще не было свадьбы. The wedding takes place after the number of his bride is fully made up. Значит, брак состоится только тогда, когда будет полное количество, значит, полное число, точнее, спасенных. After the time of probation is finished. После того, как закончилось время благодати. Every person has made his decision. Каждый уже принял решение, окончательное решение. Jesus takes off his robes of a high priest and puts on the robe of a king. Тогда Иисус снимает себе первосвященнические одежды и облачается в царские одежды. Then he steps in to the presence of his father, and his father performs the wedding. И тогда он, значит, входит в присутствие своего отца, и отец совершает церемонию бракосочетания. So when Jesus comes back, he will already be married. Поэтому, когда Иисус Христос придет на облаках, уже тогда он будет в браке. And his father says to his son, "Son, you're married now. Go get your bride and bring her home." И отец тогда говорит своему сыну: "Сын, сейчас ты уже в браке. Иди, возьми свою невесту и приводи домой." It's a beautiful scene. Представьте себе, какая чудесная сцена. But
Sister White says that when Jesus steps into the to his Father's presence, he is married to the New Jerusalem. Значит, сестра Вайт еще говорит о том, что когда Иисус входит в присутствие своего Отца, Он, значит, как бы заключает брак с Новым Иерусалимом. And so I thought to myself, let me look up New Jerusalem in the Bible. И я так подумал, что ж там про Новый Иерусалим сказано? In Revelation 21, Откровение 21 глава, 2 стих. It says, and I, John, saw the holy city, the New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Well, it sounds like Jesus is married to the New Jerusalem. Так создается впечатление, как будто Иисус женат на новом Иерусалиме. So Jesus is going to be married to the city? Так что ж получается, Иисус женится на городе. Any men here would like to be married to a city? Кто из мужчин хотел бы жениться на городе? Откровенно. Как невеста украшена. Не невеста, а как невеста. It's only a comparison. That's exactly right. Да, правильно. But I've had people tell me that Jesus is married to the city. Это вы так вот как бы просвещены. А есть люди, которые говорят, что Иисус Христос женится на городе. So who is Jesus married to? Все ж таки, на ком он женится? To his own flesh and blood. На своей собственной плоти и крови. I would not like to go to sleep at night and put my arm around the city. Я бы не хотел, конечно же, ложиться вечером в постель в обнимку с городом. I want somebody of my own flesh warm to keep me warm. Мне бы хотелось что-то такого с плотью тепленькой, чтобы согреться можно было. Even King David. Возьмем того же царя Давида. When he was so old, he could hardly move. Когда уже состарился он и еле-еле передвигался. They had to give him somebody to sleep with him just to keep him warm. И то ему находили, значит, кого-нибудь, кто мог бы его согреть ночью. There used to be a famous radio commentator in the United States by the name of Paul Harvey. В Соединенных Штатах был как-то известный радиокомментатор, Пол Харви его звали. And when somebody had at least 75 years of marriage. И когда находились такие люди, которые прожили в браке 75 лет, he would say, we want to congratulate, and he would give the names of the couple. Он говорил так в эфире, что мы хотим поздравить. И называл имена того-то и того-то. He would say, because they've been keeping each other warm now for 75 years. Потому что 75 лет подряд они друг друга греют. There's a wonderful thing to be married. Очень-то неплохо быть женатым. But not to a city, to your own flesh and blood. Единственное только, что не попасть бы в просак и не жениться на городе. And we find the secret in Revelation 3. И здесь, в Откровении, в 3 главе, мы читаем 12 стих. Revelation 3, verse 12, we find the secret. 3:12. To him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. And he shall go in and out no more. И он уже не выйдет вон. And I will write upon him the name of my God, и напишу на нем имя Бога моего, and the name of the city of my God, и имя града Бога моего, which is the New Jerusalem, нового Иерусалима, which cometh down out of heaven from my God, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. And I will write upon him my new name. И имя мое новое. So to those in the last generation that overcome, тем людям из последнего поколения, которые окажутся победителями, God will write upon them the Father's name. Господь напишет у них на челе имя Бога, the Son's name, имя Сына and the word New Jerusalem. И Новый Иерусалим. So if Jesus gets married to the New Jerusalem, так что получается, что если Иисус Христос женится на Новом Иерусалиме, he's gonna get married to those that have the name New Jerusalem. Получается, что он невесту себе избирает тех, у кого и вот это написано, Новый Иерусалим. I used to think that all of the church throughout the ages was the bride. Я раньше думал, что когда в Библии говорится вот это сравнение делается невеста, то невестой будут все верующие из всех поколений. But I have come to the conclusion that maybe there's two groups.
А вот я сейчас прихожу к такому заключению, что может быть все ж таки две группы людей будут. Those that have the name, the New Jerusalem, are those that overcome. Те люди, у которых имя Новый Иерусалим на челе, то есть победители. And those that are invited to the wedding feast of the Lamb. И те, которые приглашены на брачный пир Агнца. In page 1920 of early writings. Где-то на странице 19-20 ранних произведений Sister White was walking with Jesus through the forest and came to the temple. В видении и Елена Уайт шла с Иисусом Христом через лес и подошла к храму. And Jesus raised his voice and lovely voice and said, only the 144,000 may enter this place. И Иисус Христос возвысил голос и говорит, только 144 тысячи могут войти. Потому что только у них есть на челе имя Отца и Сына. And they're the ones that have the word New Jerusalem. И только у них есть Новый Иерусалим. So, when you get married, do you go to live with your husband? Значит так, после свадьбы вы обычно с мужем идете жить? Yes. Do you live in the same house? В одном и том же доме живет? Yes. В разных. So that's why when Jesus takes his bride, he takes him into the temple to live with him. Именно поэтому, когда Господь Иисус Христос берет невесту, Он ведет ее с собой в храм. In another location, Sister White says, if you're the guest, you cannot be the bride. Еще одно место есть, Елена Уайт говорит, если вы гость, то вы не невеста. So we have a lot to learn yet. Так что еще, ой, сколько чему нам надо научиться. We're gonna know more in the future. В будущем еще больше узнаем. But apparently the last generation has the privilege of living through and being sealed with the name of God. Но вроде бы как появляется такая идея, что последнее поколение получит преимущество, значит, пройти через все испытания и получить имя Божие. And they become the bride. И именно они становятся невестой. And they live in a temple. И именно они живут в храме. And everybody else becomes a guest. А все остальные – это приглашенные. And they're invited to celebrate the marriage of the Lamb. Их приглашают на брачный пир Агнца. And it's clear that the guests also have to be dressed in white linen. Понятно, что значит, гости тоже должны облачиться в белую одежду Христовой праведности. So God invites you. Господь приглашает вас to accept the righteousness of faith. Принять весть оправдания по вере. By the way, justification is by faith. Оправдание по вере. Sanctification is by faith. Освящение по вере. And glorification is by faith too. И слава по вере. Everything is by faith. Все по вере. Only by faith we are forgiven, we are purified, and eventually we will be glorified. Только по вере мы оправдываемся, мы освящаемся, и мы будем прославлены. Without Christ we can do nothing. Без Христа что мы можем сделать? It's about surrender. Нужно всего себя отдать Ему. And God invites you and me. И Господь приглашает и вас, и меня. To be so possessed by the Holy Spirit that He can live His character in us. Чтобы Дух Святой настолько овладел нами, чтобы смог свой характер передать нам. And we learned the other day that extreme Olympic training it takes pain to. И вчера мы говорили о том, что экстремальная олимпийская подготовка это очень-то процесс болезненный. But at least you're in the hands of a good trainer. Но по крайней мере мы с уверенностью можем сказать, что мы попали в руки хорошего тренера. Can you imagine how horrible it would be to be released into the power of Satan? Представьте себе, насколько ужасно было бы оказаться во власти сатаны. That would be terrible. Было бы ужасно. With no protection from God. Никакой защиты от Бога. Somebody who wants to destroy you and hates you. Тот, кто хочет вас уничтожить. Тот, кто просто ненавидит вас. I would rather submit to God's training. Нет, лучше уж я буду, значит, тренироваться у Бога. My trainer loves me. Потому что тренер любит меня. He died for me. Умер за меня. He paid the price first. Заплатил цену. And he will make sure that he is successful. И позаботится о том, чтобы я был успешен. As long as we surrender to him. С нашей стороны только самоотдача. How many today would like to say, Lord, please train me? Кто хотел бы сегодня сказать, Господи, тренируй меня. Write your laws in my heart. Напиши закон свой у меня в сердце. Amen. Аминь. Let us bow, let us kneel down for prayer. Давайте помолимся.
thank you, Heavenly Father, for this wonderful invitation. Отец небесный, благодарим тебя за чудесное приглашение. Lord, throughout the ages, you have had men and women who gave their lives for you. Господи, во все века у тебя были мужчины и женщины, которые отдавали свою жизнь за тебя. But in this last generation, you are calling for something even more special. Но в последнем поколении ты делаешь особый призыв. The opportunity to develop your character in us so that it can perfectly reflect your character. Ты даешь нам возможность сформировать характер подобный тебе, чтобы мы могли отражать твою славу. We raised our hands today. Господи, ты видел все поднятые руки. Asking that you do that work in us. Это люди, которые просили выполнить твою работу в своих сердцах. We surrender to you. Мы отдаем себя тебе. Fill us with your Holy Spirit. Просим, чтобы ты исполнил нас Духа Святого. Control us. Чтобы ты сам контролировал нас. Develop in us a sense of abhorrence for sin. Чтобы ты развивал нас чувство отвращения к греху. So that when we see sin, Lord, it makes us sick. Чтобы когда мы становились свидетелями греха, у нас это вызывало тошноту. Too much of the world has penetrated the church. Господи, в настоящее время слишком много мирского проникло в церковь. Our lives have been infected by the world. Жизни наши инфицированы миром. Take the world out. Просим, чтобы ты удалил его that от only нас. Your character might remain. Чтобы остался один твой чистый характер. We cannot do this. We can only surrender. Сами, Господи, мы этого ничего не сможем. Можем только отдать себя тебе. By faith we accept your gift. По вере, Господи, мы принимаем твой дар. And we thank you for offering this beautiful gift to us. И благодарим тебя за то, что ты предлагаешь нам его. And we thank you. Благодарим тебя. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Аминь.